Привет, ребята. Это исследователь. Небольшую историю хочу рассказать про то, что общество не существует в России. Говорят, вот надо объединиться. Все время в стримах я постоянно сижу. Но, например, вылезают какие-то дольщики, которых... Я не понимаю, откуда люди могут взять сотни тысяч рублей, миллионы рублей на квартиры, работая я, мои знакомые, там зарплаты могут получить 20 тысяч, на еду потратить 10, может быть, 10 тысяч останется. То есть, ну, может, где-то люди, да, что-то получились, закончили, но их эти дурацкие сраные квартиры ипотечные, они поддерживают только этот бандитский режим этими кредитами. А деньги в итоге, кстати, берут с таких же вот рядовых людей, потому что больше не с кого взять. Когда ты не можешь оштрафовать начальника в любой фирме, например, какой-то дом обслуживает, неправильно они сосульки сбивали, ее хоп, оштрафовали. А они плату откуда берут? С вас. То есть всегда взять всегда можно только с самых бедных, с нищих. Ты не можешь оштрафовать среднее звено, либо... Ну, вот эти начальники высшие. Поэтому не существует никаких там денег частных фирм, как, например, рассказывал этот из Яндекса Лебедев. Вот метро, он рисуночки нарисовал, стрелочки, а вот потом уже наше дело. Нет, потому что эта цепочка беспрерывная. На тебя все вешают, этот отстой. То в основном я хотел вот это сказать. То есть как я могу? Это... чуваки, которых не волнует ничего вокруг, а я должен с ним объединиться. Я вот хочу объединиться, снести бандитов, сделать супер там парламент, все народное. А это им, тем людям-то это не нужно. Как мне объединяться? Они дом им построят, они засядут, скажут, пошел, сука, нахер, сдохни, говно, сраный исследователь. Все, это было так миллиард раз. Поэтому невозможно ни с дольщиками, ни с военными, ни с полицейскими, ни с МЧСниками. И это все шкуры пыневские. Вот. А сейчас что произошло? Я просто шел. Чуваки застряли на машинке. Там, где по дорожке пешеходной ехали. И говорят, не, помоги. И типа, а как помочь-то? Они залезли в правонарушение, стали делать, можно вылезти рядом с домом, пройти 20 метров. Но эти сволочи на машинах, они типа не хотят, они хотят выйти, там 3 метра пройти. Такое возможно, но надо быть побогаче, как бы у богачей там подземные эти паркинги, там прям квартиру заезжают. Но это чуваки на Мерседесе, у них там миллиончики есть, но вот не хватило. И вот очередной вот этот вот подвид обывателей просранных. Подтолкнуть. Тем более я не могу сейчас толкать, ноги болят, ноги, суставы. Вот. И так вот в каждом случае происходит. Ты нужен им, обывателям, государству, когда нужно вот эту санную машинку их подтолкнуть. Потом они тебя будут давить на этой машине. Убьют и поедут пить водку. Вот все, для чего ты нужен обществу российскому. Такая вот идея. Как бы обвиняться надо, но пока что не с кем. Ну, вот эти вот обыватели, которых где-то подприжало, машинка застряла, дом не достроили, они просто первосортные вражины всего сущего на земле. Что, думаю, это важно понимать, потому что... Но они выскакивают, там какие-то дольщики, тетеньки с детьми, дети плачут. Ой, мы без дома. Но это все, все пурга. О, пурга, кстати, пошла. Снежок. Действительно, пурга. Они просто такие же вот молчаливые соучастники всего этого преступления страшного. Засядут дом, и все, все сдохнут кругом, они будут сидеть. Я не любитель всего человечества, но общие вопросы я бы не против порешать с кем-нибудь. Ну, пока что не с кем. Всем спасибо, до свидания. Подписывайтесь. Никому не верьте, только мне. У меня здесь истина. Навальный в помойку улетел. И это и Собчак тоже. Все в помойке. Я на троне. Пока, ребята.